В новом сезоне «Открытого микрофона» появится новый наставник. И вот несколько фактов о нем. Он высокий, статный, харизматичный, собрал свой сольный концерт в 26 лет, получал 4000 тенге за выступление до того, как стал известным. Угадали? Самый дерзкий член жюри Нурлан Сабуров. Да вообще, я не знаю, почему не называется Нурлан это шоу. Открытый Нурлан. Ой, открытый микрофон. С 16 августа на ТНТ.